Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас 25 июля 2018 года. Я сегодня побывал на объездной дороге вокруг Огнивки. И вот что я увидел, я вам сейчас покажу. Хотелось бы подчеркнуть, я прошел пешком порядка 700 метров и насчитал более 200 ям и провалов, мешающих перемещению автомобилей по этой дороге. Будет ли когда-то ремонтироваться эта дорога, я не знаю, но то, что это происходит не первый день и не первый год, я знаю точно. Всем хорошего настроения. Танкодром на Огнивке.